Мозырь сияет новогодними огнями. Сотни гирлянд украшают городские улицы. Километры светодиодных лент подсвечивают городские здания. Особое внимание – главной городской площади. Новогодняя ель ростом с пятиэтажный дом в этом году традиционно густо расцвечена огнями. А светящийся подарок под елкой стал местом развлечения для детей. Елка у торгового центра «Глобал» чуть меньше главной городской красавицы, но вполне может посоперничать по убранству. Тем более, что стоит она в окружении младших подруг. Елка в микрорайоне Восточной украшена скорее по-домашнему, но своими пышными формами покоряет с первого взгляда, как и елка на Полесской. В микрорайоне Железнодорожной новогодний символ в темноте виден не сразу. Гирлянда украшает пышные ветки только с одной стороны. Кстати, это уже вторая елка в этом году, которую устанавливают в микрорайоне. Первая, в буквальном смысле слова, не выдержала критики. В понедельник, 19 декабря, лжекрасавицу свергли с постамента по требованию жителей. А новый символ еще планируют доукрасить огнями. К сожалению, не удалось заснять еще один вечно зеленый и вечно блистающий новогодний символ. Ель у дворца нефтеперерабочников пока не зажглась праздничными огнями. Поэтому в отсутствии конкуренции пальму первенства можно отдать главной елке на площади. Город засветился тысячами огнями. Остается надеяться, что природа тоже постарается и выпавшим снегом приведет город в соответствие празднику. Лидия Поттер, Юрий Горобец, телеканал «Мозырь».